Почтовый экспресс. Лицо огромное нахуй в кадре, ебать, дисплея не хватает, даже надо подальше отойти.
ебать, все, пизда, сейчас кто-то так это нахуй самая, распиляет. Знаешь, какая хуйня, что сильно рано поставился, чуть позже бы поставился и по широкой бы пролетели нахуй. А поставился, блядь, в угол, и газ, а она такая... Ну там цепь хорошая. Ну пиздец, мы на Конева ворвались. Ебать. Да, пиздец, хорошо было. Ебать, ёбаный. Блядь, это же не квалификация. Нахуя так широко? Пиздец, я такой типа... Знаешь, когда страшно было на самом деле, когда мы последний раз разговаривали, когда мы просто понял, и Сингер опять посрать съел. Короче, на самом деле, вот когда мы уже последний раз ехали в сторону уже сюда, страшно было пиздец. Нет, в ту сторону, когда я первым проехал, там уже хорошо было. Да, я поставился, все было хорошо, пока я мордой снег не цепанул, меня не начало разворачивать, я вот так лечу, думаю, ну... Самое забавное было, когда Никита Мы обратно проебал тачку, которая... Видел там тачку на обочине? Я каждый раз ее пугался. Я пиздец на третий такой врываюсь по встречке, такой тра-да-да-да-да. Думаю, пизда, куда деваться-то нахуй, все. Все, там же Серега еще где-то. Мы же все умрем, блядь. И все, ну нихуя, она стояла просто. Я уже титры в голове заиграли. Просто, знаешь, и Веста. На Конева видели Веста? Да, мы видели. Я, ты думаешь, почему я так ехал, как спокойный человек, блядь? До последнего, блядь. И мы с Лехой вот так назад вдвоем. Надо спросить у Кальти, как дела.